Отряд номер 7. Египет. Кристина, Аксинья, Николь и Инесса. Посмотрите на этих девушек. Все они абсолютно разные, но есть то, что их объединяет. Это любовь к музыке. Кристина и Николь виртуозно играют на гитаре. Их талант вы уже могли оценить несколько дней назад. Мы уверены, что их музыка не оставила вас равнодушными. Инесса закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Занимается рисованием и современными танцами, а также увлекается театром. А это Аксинья, но все называют ее Акси. Вокалом она занимается недавно, но у нее уже неплохо получается. Помимо музыки, эта леди увлекается литературой. А еще она снималась в кино, но это большой секрет. Впервые в таком составе они выступают на сцене умного лагеря. Уверены, что вам понравится. Квартет седьмого отряда исполнит песню «Танцуй, пока молодая».